Всем привет! Вот хотел заснять небольшой ролик, как я поставил плитку, и у меня возникла проблема с фугой. Вот черная плитка матовая, небольшую крапинку. Вот если так посмотреть, то при затирке фуги вот мне ее никак не вымыть. Остаются вот здесь эти места. Вот на белой плитке как бы все хорошо отмылось, а с черной уже проблема. Фуга у меня керзит. Вот она. Водой мыл уже 3 раза. Все равно эти все следы остаются. Сейчас приобрел вот такую. Не знаю, поможет, не поможет. Но вот эти следы надо как-то убирать. Что самое интересное, плитка не гладкая. Такое, как бы сказать, как наждачная бумага. И вот сюда как раз вся эта романтия и зашла. И как мне теперь отмыть, чтобы сама фуга не пострадала? Вот этого я не знаю. А вот белая плитка, она гладкая. И фугу хорошо затерла. Ну, попробуем, посмотрим, что получится. Ну вот, ребят, отмыл эту плитку, пошло 3 часа где-то, получилось так. Но очень тяжело отмывалось. Еще раз покажу, что плитка не гладкая, что у нее шершавая поверхность, как у наждачной бумаги. Но тогда она не скользкая и матовая. Очень трудно отмывать. Вот кто будет ставить эту фугу, старайтесь как можно меньше пачкать плитку саму. А может даже вообще через тейп. С белой вообще проблем нет. Белая обычная, кляксовая, гладенькая. Вот здесь, конечно, помучиться мне пришлось. Вот я покажу, какая. Блатки я заказывал, сам из Эстонии. Сладкие мне привезли ее, там дешевле намного. ...60 на 60 размер. А на стенах у меня 60 на 120. Ну, вот так вроде бы получилось. Итак, плитка полностью высохла. Вот что у нас получилось. Красиво. Фуга уже сухая, разводов нет. Все отмылось. Блестит. Вот она. Но очень трудная плитка, очень. Покажу эту жидкость. Может, кому интересно будет, в принципе, 7 евро, небольшие деньги, но помогла. Вот. Вот так получилось. Но 3 часа пошло, да, чтобы ее все намыть, начистить. Ну, что делать? Всем привет!